Доброе утро, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как погода. Просыпаясь по утрам, большинство взрослого населения Земли не начинают с молитвы, нет, а начинают с вида за окном. Погода. И погода волнует всех людей, и не только потому, во что одеться, а многие люди, настроение привязано к погоде. Состояние неба, вид солнца или его отсутствие, сила ветра, дождь, снег – это все интересно людям по утрам. Мы смиряемся с этой погодой, считая ее происхождение на сегодняшний день судьбой или посылом от Бога. Многие метеозависимые люди страдают от перепада давления, когда температура вчерашнего дня от сегодняшнего отличается на 10 и более градусов. Высокое, как и низкое давление сильно влияет на людей, на их здоровье, и поэтому от погоды зависит многое в жизни людей. Даже не только настроение, но и работоспособность человека физическая связана с погодой. Многие люди из-за погоды переезжают в другие регионы своей страны. И многие люди имеют аллергию к холоду. У многих людей из-за влажности, сырости воздуха бывают заболевания, связанные с легкими. И многие люди не любят долгие ночи, особенно за полярным кругом, и поэтому люди переезжают. Они решаются на то, чтобы через погоду улучшить качество своей жизни. И погода, она влияет даже на учебу детей. Она влияет на работу. Она влияет на мироощущение человека, и мы зависим от погоды, к сожалению. Но, как верующие люди должны благодарить Бога за ту погоду, которую Он посылает. Ибо Бог для верующих людей, конечно же, Он никогда не ошибается в выборе погоды. И все для верующего человека бывает не случайно. Погода. Влияние ее на нас. Просмышляйте вы на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.